Посадили клубнику, она у нас принялась вот так вот. И я сегодня между рядов полностью посеяла горчицу. Вот горчица это вырастет, я потом покажу. Вот мы ее не будем трогать до самого, пока она и зацветет полностью. После дождика прошло, и горчица моя зашла как щеточка. И клубника то же самое. Горчица растет, клубничка принимается, уже принялась, можно сказать. Вот, отлично. Вот такая вот уже горчица на клубнике. Уже редки практически скоро закроют саму клубнику. Клубника очень даже хорошо чувствуется нее. Она наберет сейчас высоту. Это и закроет эту всю клубнику. И это на зиму пойдет, он как бы устелит, и хорошая будет подкормка для клубники, и будет от морозов очень даже хорошая защита. С каждым днем, неделей горчица растет и закрывает полностью уже нашу клубнику. Вот полностью вот так грядка, вот так вот смотрится. Скоро зацветет. Вот прошло время. Смотрите, как выросла горчица. Вот он в рост с меня. Зелененько цветет. И вот клубничка, она полностью закрыта этой горчицей. Подпитка неплохая, сорняков нету возле нее. Вот она остается так в зиму. Останется, она поляжет, когда морозы начнутся, и будет хорошее укрытие для клубники. Очень хорошее средство. Мы пользуемся уже таким методом давно. Нам нравится, и клубника всегда в хорошем состоянии. Смотрите, как вот они. Полностью клубничка зелененькая стоит. Горчицу на своем дачном участке мы уже, конечно, сеем давно. Она дает нам возможность очистить участок сорняков, избавляет от проволочника. Слизняки у нас уже появились, от парши, ну и, конечно же, от фитофторы. Биомасса пополняет почву очень хорошо органическими веществами, которые перерабатываются в гумус. У горчицы очень-очень даже длинные корни. Они способствуют улучшению структуры почвы, они разрыхляют ее, корни перегнивают, остаются в почве. Каналы, по которым почве проходит вода, поступает как бы влага. Ну и, конечно же, поступает туда воздух и удерживает азот. И, конечно же, получается отличная мульча. Когда начнутся заморозки, она поляжет на почву. Тем самым она предотвратит вымерзание почвы зимой. И наша клубничка будет в хорошем состоянии. И весной ее просто этой мульчи не будет. Мы ее потом подрыхлим, и она пойдет в землю.